I pledge to every citizen of our land. Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что я буду президентом всех американцев, и это для меня очень важно. Мирная передача власти от одного главнокомандующего другому – одна из основ американской демократии. После победы Дональда Трампа на выборах президент Обама принял его в Белом доме, и действующие избранные лидеры страны выразили готовность к сотрудничеству. Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы вам преуспеть. Если преуспеете вы, преуспеет вся страна. Господин президент, большая честь быть с вами. Я надеюсь, что в будущем таких встреч будет много. Смена политических администраций – сложный и трудоемкий процесс, что не помешало Трампу совершить турне благодарности по всей стране. Многие говорят, он президент, он не должен участвовать в митингах, но я думаю, что должен, правильно? Трамп нарушил и другую традицию – кабинетных назначений, предложив кандидатуру главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря и финансиста и бывшего менеджера Goldman Sachs Стивена Мнучина на пост министра финансов. И, конечно, избранный президент продолжает пользоваться Твиттером, критикуя одних и хваля других. Например, президента России Владимира Путина, невзирая на выводы разведслужб по российскому вмешательству в выборы. Несмотря на несколько непредсказуемый переходный период, эксперты считают, что новая администрация готова приступить к обязанностям. Мы имеем возможность наблюдать беспрецедентные поступки со стороны избранного президента, но в основном, что касается номинаций, мы в порядке. Хотя это совсем не мерило успеха. Избранному президенту Трампу нужна команда на местах, в день инаугурации готовая действовать. Все внимание в эти дни устремлено на Вашингтон. Мир следит за тем, как следующий президент США готовится принять присягу.